Интернет-магазин «Серебряная птица» в очередной раз рад приветствовать наших любимых зрителей у своих экранов. Сегодня мы, как всегда, приготовили для вас обзор новинок ювелирных украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Впереди вас ждет много ювелирного и серебряного вдохновения, а также кое-что эксклюзивно для подписчиков нашего YouTube-канала. Не переключайтесь и оставайтесь с нами. И открывают наш видеообзор вот такие элегантные и грациозные изделия. Это серьги и подвеска из серебра 925 пробы в покрытии платинирования, вставка на украшениях культивированный жемчуг. Только посмотрите, как шикарно смотрится платинирование с культивированным жемчугом и как подчеркивает эту элегантность дизайн серег и подвески. Если вы ищете идеальное украшение к приближающемуся праздничному сезону, то вы однозначно нашли его. И оно уже ждет вас в разделе «Новинки» на сайте нашего интернет-магазина «Серебряная птица». Серьги с английским замочком, их паспортный вес 3,8 грамм, паспортный вес подвески 1,2 грамма. Колье из серебра 925 пробы. Вставка на украшениях культивированный жемчуг. Колье представлены в покрытии золочения и платинирования. Нежная подвеска с культивированным жемчугом сейчас перед вами. Доступны эти подвески в двух вариантах покрытия. А кстати, украшение в платинировании очень хорошо подойдет к комплекту из предыдущего видео. Сочетание получится просто невероятно. Заказывайте стильные и качественные изделия, переходя по ссылкам в описании к видео прямо сейчас, пока такая красота есть в наличии. Длина колье 40 см плюс цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес изделия 3,8 грамма. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Вставка на украшениях фианит. Аккуратные и подходящие к любому образу в вашем гардеробе серьги-гвоздики. Обратите внимание, на этих серьгах винтовой замочек. Он позволит изделию надежно закрепиться на мочке уха. Ждем вас за покупками на сайте серебрянаяптица.рф. Диаметр передней части серег 5 мм, диаметр вставки 4 мм. Длина штырька застежки 9 мм, паспортный вес изделия 1 грамм ровно. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях оксидирования и золочения. Вставка на изделиях фианит и также украшение с алмазной гранью. Еще одни серьги-гвоздики на ваших экранах, и, на наш взгляд, они просто богемно выглядят. Такие украшения вполне можно носить с роскошным нарядом, они будут служить стильным акцентом и в то же время не заберут на себя внимание и не будут отвлекать взгляд от самого главного, от своей прекрасной обладательницы. Заказывайте их скорее по ссылкам в описании под этим видео. На сайте вы найдете стоимость украшений и узнаете все доступные варианты доставки понравившихся изделий. Диаметр передней части серег 7 мм, длина штырька застежки 11 мм, паспортный вес 1,5 грамма. Подвеска из серебра 925 пробы. Покрытие украшений платинирование и золочение. Вставка фианит. Очень интересные изделия, которые могут служить как религиозным, так и светским украшением. Выглядят они очень эффектно и в то же время минималистично. В этом обзоре мы показываем их с цепью RDG-4R. Паспортный вес таких подвесок 1,6 грамма.
серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка натуральный родонит. Великолепная натуральная вставка вновь в нашем обзоре. Сегодня это родонит. Только посмотрите на эти прожилки и вкрапления, на этот невероятный оттенок минерала. Поистине шикарные украшения. Как всегда, мы напоминаем, что при заказе украшений с натуральными вставками вы можете написать в комментариях к заказу нашим менеджерам свои пожелания по насыщенности и количеству вкраплений во вставке. Ведь каждый из них уникально, и только менеджеры магазина «Серебряная птица» перед отправкой могут сделать и прислать вам фото, чтобы вы на 100% остались довольны покупкой. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 17,6 грамма. Паспортный вес кольца 11 грамм. Представляем вашему вниманию кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка, культивированный жемчуг. Всегда актуальное сочетание классического черненого серебра и крупного жемчуга. Такой комплект можно сочетать как с повседневным, так и праздничным образом. Он покоряет с первого взгляда своей универсальностью и изящностью, а значит, достоин того, чтобы оказаться именно в вашей коллекции аксессуаров. Высота серёг 19 мм, ширина 14 мм, диаметр жемчужины 10 мм. Рабочая зона крючка застежки 5,5 мм. Паспортный вес серёг 6,3 грамма, кольца 4,6 грамма. Серьги из серебра 925 пробы. Украшения без вставок идут в покрытиях родирования и золочения. Стильные серьги с эффектом мятого металла и еще выполненные в виде такого оригинального ленточного завитка. Настоящий восторг! Такие серьги будут отличным украшением собранных и деловых образов, но также интересно могут выглядеть и с праздничным маленьким черным платьем и высокой прической, например. В качестве главного акцента к этому образу. Выбирайте покрытие изделий и создавайте сногсшибательные образы вместе с интернет-магазином «Серебряная птица». Высота серёг 37 мм, ширина 15 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 4,9 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения, вставка, фианит. Еще одна минималистичная и трендовая модель комплектов украшений. Такой дизайн сейчас находится на пике популярности, и теперь он доступен и в исполнении от мастеров-ювелиров завода «Красная Пресня». А это значит, что качество изделий вам точно гарантировано. Поэтому скорее заказывайте эту горячую новинку, пока украшения еще есть в наличии на нашем сайте. Для этого переходите по ссылкам в описании к видео. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 6,5 грамма. Паспортный вес кольца 3,7 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирование, украшения без вставок.
Этот минимализм привлечет внимание любительниц оксидированного покрытия и спокойных аксессуаров на каждый день. Абсолютно универсальные украшения, удобные в ношении и добавляющие интересный, но не слишком яркий акцент в ваш образ, а выступающие в качестве интересного дополнения. В нашем интернет-магазине вы можете найти именно те украшения, которые помогут вам быть разной и в то же время не терять себя. Ждем вас за покупками на сайте серебряныяптица.рф. Паспортный вес серёг 4 грамма, кольца 3,3 грамма. Серьги из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирования, вставки на ваш выбор. Искусственный кошачий глаз и сеталы собственной огранки. Просим вас сосредоточить все свое внимание на экране и любоваться. Только посмотрите, какие серьги, какие вставки. В одном и том же дизайне можно выбрать вот такие роскошные камни. Напишите нам в комментариях, какая из вставок вам нравится больше всего. Мы считаем, что они все просто невероятны, и выбрать одну невозможно. Скорее закажите их на нашем сайте, перейдя по ссылкам в описании к видео, потому что мы уверены, что эти серьги могут разлетаться к своим счастливым обладательницам очень быстро. Паспортный вес украшений 12,7 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка змеевик. Еще одна натуральная вставка в очень интересном дизайне. Посмотрите на оправу камня. Как оригинально она подчеркивает огранку минерала, его темные вкрапления. Напоминаем, что у наших менеджеров вы всегда можете уточнить свои пожелания по поводу интенсивности прожилок, вкраплений и оттенков натуральных вставок и просить выслать дополнительные фотографии изделий. Мы всегда будем рады помочь вам определиться с выбором. Паспортный вес серёг 10,8 грамма, кольца 6,5 грамма. Кольцо из серебра 925 пробы. Представлено в покрытиях оксидирования и золочения. Вставка на украшениях – ювелирное стекло собственной огранки. Шикарные широкие кольца с черным ювелирным стеклом становятся настоящим хитом. Посмотрите только, как оригинально кольцо в мужском стиле смотрится на женской руке. В сочетании с деловым и минималистичным образом выглядеть это будет просто супер стильно. Попробуйте и вы такой эксперимент и будьте самой яркой вместе с интернет-магазином серебряныяптица.рф. Паспортный вес этого кольца 4,8 грамма. Представляем вашему вниманию брошь, кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка, культивированный жемчуг и фианиты. Восхитительный цветочный комплект с перламутровыми переливами. Бесподобные украшения. Предвкушаем, как сейчас радуются любительницы жемчуга, потому что настолько очаровательно смотрятся эти украшения. Так изящны серьги-гвоздики в виде цветков. И так очаровательно выглядит кольцо на пальчике. Ну а брошь? Брошь просто выше всяких ожиданий. Настоящая цветочная мечта.
Пусть сбываются и ваши ювелирные мечты, но интернет-магазин «Серебряная птица» вам с радостью в этом поможет. Паспортный вес серег 2,5 грамма, кольца 3 грамма и великолепные броши 6,6 грамма. И в завершении нашего большого обзора вот такой комплект, в который входят серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, изделие без вставок. Эффектный и очень оригинальный комплект. В прямом смысле слова у него очень острый дизайн в сочетании с нежнейшими филигранными узорами. Это действительно яркое и запоминающееся сочетание. Оцените его по достоинству и закажите в свою коллекцию украшений прямо сейчас на нашем сайте, перейдя по ссылкам в описании к видео. На серьгах английский замочек, их паспортный вес 9,2 грамма. Паспортный вес кольца 5,8 грамма. И вот, наконец, мы рады представить вам эту эксклюзивную новость. Мы уже давно заметили, что на нашем YouTube-канале есть одна очень активная зрительница, которая пишет нам комментарий под каждым нашим видео. Чтобы выразить нашу бесконечную благодарность вам, Людмила Амирбекова, мы решили приготовить вам подарок. Да-да, вы не ослышались, именно для вас и только для вас мы подготовили сертификат на сумму 500 рублей к следующему заказу. Для того, чтобы им воспользоваться, вам нужно ввести электронную почту, вашу действующую электронную почту в вашем личном кабинете на нашем сайте serebrennaya-ptitsa.rf. Если у вас возникнут сложности, вы можете связаться с нами любым удобным вам способом, и наши менеджеры вам обязательно подскажут, как вам лучше поступить. И тогда этот сертификат заслуженно ваш. Вы можете применить его при заказе любых украшений на нашем сайте. Мы благодарны вам за ваши теплые и отзывчивые комментарии. Лично мне очень приятно их всегда читать. Я каждый вижу и читаю. Спасибо вам огромное. И также мы хотим сказать всем нашим зрителям о том, что каждый может получить такой сертификат и воспользоваться им, а также подарить другу или близкому человеку. На нашем сайте есть возможность заказать его. Мне кажется, это очень актуально в преддверии новогодних праздников. С вами была Серебряная птица, ваш интернет-магазин ювелирного вдохновения.